Рецессия. Илон Маск говорит, что мы просрочили рецессию. Больше не будем продавать акции Tesla в течение 18-24 месяцев. Всем привет. Мне нужно продать часть акций, чтобы убедиться, что порох высох, чтобы учесть наихудший сценарий. Илон Маск заявил в чате Twitter Spaces, что не будет продавать больше акций Tesla в течение следующих 18-24 месяцев. Маск сказал слушателям в чате, что ему нужна сухая пудра, чтобы подготовиться к потенциальной рецессии. Маск также попытался развеять опасения инвесторов по поводу того, что он перестал быть генеральным директором Tesla после того, как возглавил Twitter. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы подпишись на канал.